В общем, у меня чистка печени. Вот немножко я сегодня затянула с процедурами. Вот, мне дали выпить отвар из трав. И вот я лежу с этим, с грелкой на печени. Лежать мне еще полчаса. Очень хочется спать, но нельзя. Надо лежать, потом выпить сорбент. И тогда смогу спать. Вот. Поэтому у меня появилось полчасика, чтобы с вами поболтать. Так что задавайте вопросы. Не дадим мне уснуть. А то с грелкой на печени и не выпив эндоразгель, спать нельзя. А вы с кем спите? Я вот с грелкой на печени. Так. Вас совсем не видно на экранах ТВ. Ну, смотря на каких экранах вы меня ищете. Попробуйте включить первый канал в воскресенье. Пока я там. В скором времени буду еще. А, кстати, на Мегуго. Мегуго – это такой канал, который есть в телевизорах тех, у кого есть интернет в телевизорах. Это интернет-канал, можно в интернете смотреть. Там у меня собственное шоу запускается, которое называется, простите, господи, «Анфисины мысли». Ну вот. Я прячусь под очками, потому что на детоксе, конечно, немножко синячье обострилось. А почему не спится, объясняю. Мне очень спится. Я с удовольствием сейчас спала. Но мне делают тюбаж. Я в Киваче, в детокс-центре. А тюбаж – это чистка печени, когда дают выпить отвар из трав специальных, которые заставляют печень вырабатывать всю гадость из себя, выбрасывать. Вот. И после тюбажа, ой, извините, очень хочется спать, нужно лежать час на грелке, на грелку положив на печень. Так. Держись, это все во благо. Спасибо, да, очки у меня модные, зачетные. А до грелки, да, надо принимать. А какой-то отвар мне дали. К сожалению, не знаю. Ну, травяной. Ой, свой. Какой-то травяной настой. Вот. Который я приняла, предварительно размяв печень. Этими руками размяла себе печень. Приняла отвар. И сейчас жду, пока грелка прогреет мою печень. Дальше я выпью энтеросгель. Вот, и усну. А полчасика с вами поболтаю. Так, что там еще? А, с мужем спите. Я бы тоже не отказалась от грелочки в виде мужа. Ой, ну. У меня резиновая грелка. Спасибо. Да ты реально красивая, очень приятно, учитывая, что что я немножко на первом дне с маленьким количеством еды немножко не алло. В клинике я буду 7 дней, а потом поеду в Москву, а потом полечу отдыхать наконец-то. Помада не испачкает ли наволочки? Нет, это не помада. Это блеск для губ. Ну, который лечебный, короче. Он бесцветный. Сними очечки. Не сниму. Не сниму. Не буду вас шокировать своими детокс-глазами. А косметики на мне нет. У меня есть ресницы только.
не мои ресницы, чужие одолжила. А губы, ну вот, нечего снимать, видите, вот. Это просто этот блеск для губ. Прозрачненький. Хуинька ты какая, хуинька. Не такая уж и хуинька. Встала я на весы. Офигела. Спасибо. Спасибо за комплименты. Прям приятно. Простите, уживается мне. Дней для детокса. Ну, сам детокс идет где-то 3 дня. Чистка печени. Вот. А здесь еще просто очень много разных процедур. И я их делаю. Во-первых, здесь офигенный лор. Я вот каждый раз сюда езжу. Нигде в Москве не такого оборудования у лоров я не вижу. А с каждым годом все новейшее и новейшее. Если здесь этим оборудованием пролечить себе за неделю нос, вот, прогреть ультразвуком и так далее, и рот, и гланды, то простудным заболеванием потом не болеешь 3 года. Господи, спать-то хочу. Живу с грузином 9 лет. Перестало нравиться его преимущество груди. Груди, сори, Грузия. Что такое преимущество Грузии? Объясните. Спасибо большое за комплименты моим стихам. Приятненько. Что за травы? Не знаю. Мне приносят, а я на доверии тут. Мне принесли, я выпила. Может, это была отрава. Ага, сейчас насмотритесь на меня. И отсеваетесь вообще. О, синичье, показала вам свое. Чистку мне делают. Вот сейчас чистят печень. Сынуля спит, но он спит не со мной, а с бабушкой. Я в Карелии сейчас, а он в Москве. Вот. Прислали мне фото, значит, предсонные, что сидит Солик, у него перед ним тарелочка, он сидит на кровати, уже готовится ко сну, у него тарелочка с бутербродом, с докторской колбаской, рядом порезан банан. Вот умеют же поддержать люди, когда человек не ест, такие фоточки присылают. Простите. Спасибо за пожелание ложиться спать, но вот еще мне нужно подержаться 15 минут, и я пойду спать. К косметологу обращаюсь, у меня есть несколько разных косметологов по разной части. Вот, я о них регулярно пишу и буду продолжать писать. Следите за моей лентой. А у меня нет больших ногтей, потому что я поехала на детокс и отрезала ногти просто до мяса. Решила, что они тоже будут у меня новенькие отрастать. Хорошо, хоть на лысо не побрилась. И уже спасибо. Так, спасибо, спасибо за комплименты стихам. Это очень приятно, потому что они действительно идут изнутри меня, от души. Разузнайте для вас, что за травы. Хорошо. Разузнаю, что за травы. Ну, какой-то настой, пот этот печёночный, детоксикационный. В Украине пока нигде нельзя купить мою одежду, кроме интернета. Магазин у нас есть только в Москве один. Вот. Ну, планируем, конечно, расширяться, но не все сразу. Пока мы работаем, ну, все, что зарабатываем, все вкладываем. Ничего не кладем себе в кармашек. Вот. Я пока не богатею от того, что у меня есть свой бренд одежды, потому что мы только начали бизнес, и поэтому все, что зарабатываем, все вкладываем в новое расширение линейки. Вот открыли магазин.
У нас нет никаких спонсоров с подругой и инвесторов, все сами, поэтому немножко медленно. За нами никто не стоит, дядька с карманами набитыми. Господи, встал бы уже какой-нибудь дядька с карманами набитыми за нами, но пока все сами. Карелия чудесная, я здесь уже пятый раз, и даже первые разы на какие-то экскурсии ходила. В заповедник ездила, в музей Березки. Мне очень понравилось. Только я все время сюда приезжаю зимой, и меня здесь не кормят. Вот. Потому что на детокс. Привет, привет, привет из всех городов, всем городам. Всем городам. Сколько в Кивач-Тюбаш стоит? Вот, честно говоря, не знаю. Мне счет еще не выставляли. А Тюбаш входит, кстати, в программу. И она тут разная, у нее разная стоимость. Вам лучше зайти на сайт и посмотреть. Потому что ну, надо выбрать свои себе процедуры, программу, и тогда будет стоимость. Вот. Тюбаш входит в самый в программу детокса вместе с всем остальным. Вот. А есть какие-то. Он писал, в океане ваша одежда 46 размера. Неправда. У нас до 54 размера одежды. Просто, может быть, то, что вы мерили, могло ли закончиться размером. Вот и все. Потому что, конечно, во-первых, очень быстро все раскупают. Вот. Особенно, если какие-то хитовые изделия. А во-вторых, о, Катерина, моя. Я тут рассказываю, как мы работаем на износ, и никто за нами не стоит, никакой дядька с кошелем. Вот. Это моя с подружкой и соучредитель бренда Байче. Вот. Жалуются, видишь, что нету выше 46 размера в океане. Ну нет, нет, есть, конечно. Просто есть еще такая тенденция, что, например, мы заметили, что то большие размеры раскупают по интернету в основном. А в океане чего-то девочки, пышущие жизнью, вкусняшки не заходят. Видимо, ну я помню просто свои годы, когда носила там 48-50 размер, я не любила вообще ходить по магазинам. Это была мука для меня. Все зеркала подчеркивают твои формы, ничего на тебя не налезает. Вот, поэтому, видимо, не ходят так часто девочки от 48 размера по магазинам, и за счет этого у нас больше там представлено размеров поменьше, потому что на них спрос больше. Вот, на сайте есть точно все, а если вам что-то понравилось, можете всегда заказать, и до вас довезут, не проблема. Вот. Если это платье есть в наличии такого размера, то всегда его привезут специально для вас. Вам нравится отвечать подписчикам или это сложно? А, это Лопушонок, она мне в директ пишет, да. Мне очень нравится отвечать подписчикам, но, к сожалению, я не могу общаться с подписчиками круглосуточно и на личное, ну, на такой, скажем, основе один на один, потому что очень много человек мне пишет в директ, очень много, то есть я в день там больше 100 сообщений получаю, вот, и всем ответить очень тяжело, вот, я стараюсь по возможности прислать хотя бы сердечко или какое-то там словечко или спасибо, вот, но вести какие-то беседы, к сожалению, у меня нет возможности с таким большим количеством людей. Вот, и если, например, вопрос какой-то очень-очень-очень часто встречаемый, то я на него всегда отвечу постом или в сторис. Смешок интересный, да, смеюсь я знатно, говорят. Так, спите. Нет, друзья, не могу спать, еще надо, у меня будильничек зазвенит, и я пойду. Ой, спасибо, спасибо. Мужчины меня просто купают в комплиментах. Боксерский клуб там всегда печень лечит. Да, лечит.
решают проблему раз и навсегда. Нет печени, нет проблемы. Как относишься к истории Лопырёвой? Слушайте, я замечательно отношусь к историям, где рождаются дети. Вот. Истории взаимоотношений людей. Я никогда никого не осуждаю. И не просто не осуждаю, не то, что я там сижу и там что-то плохое думаю, а вслух не говорю, потому что не надо никого осуждать. А просто действительно мы в этом мире встречаемся, чтобы решать свои какие-то задачи. Вот. Нас сводят с теми людьми, с которыми у нас могут быть неотработанные какие-то отношения или кармические долги из прошлых жизней. Вот. Мы вместе с теми людьми, которых встречаем на этой планете, в этой жизни, прошли уже не одну жизнь. Никто не знает, что мы там друг другу должны, что мы не отработали, какие гадости мы друг другу сделали в прошлых жизнях. Поэтому если у людей возникают отношения, то значит это им крайне необходимо. Вот. Поэтому я в целом, в общем, в принципе отношусь спокойно к любым отношениям. Вот. Я просто, например, сама... я не знаю историю наверняка, да, но вот то, что поговаривают все эти истории про замужние, незамужние, вот я сама не вступаю в отношения с замужними мужчинами, потому что они для меня, ну, неприятные, мучительные для всех. Я человек такой очень сострадательный, и мне всех жалко, и мужчина, и женщину, и жену, и всех. Вот, и поэтому мне, ну, как-то не по душе это. Но то, что происходит там у моих даже подруг и вообще у женщин, когда они вступают в отношения с разными мужчинами, я отношусь с пониманием и с сочувствием, и с уважением к тому опыту, который люди проходят. Вот так. Да знаю я, что пора спать. Подождите, еще 10 минут. Не могу снять очки. Сейчас испугаетесь и не будете спать. Ночью кошмар будет сниться. Ничего. А, что буду завтракать? Буду завтракать тумом. Тум – это такой отвар из разных круп. Вот. Такая, как получается, не жмых даже, а кисель. Вот. В нем всего 40 калорий. Поэтому наесться не получается. Но меня тут подкармливают 2 раза в день. Мне дают суп и пюре. Без сливок, естественно, без соли. Вот. И мои подружки, которые здесь на детоксе, мне завидуют, потому что им не дают супы. А мне дают супы по той простой причине, что у меня очень повышен кортизол. Это гормон стресса. И если меня очень сильно заставить голодать, организм будет вырабатывать еще больше кортизола, потому что голод для организма – это стресс. Вот. И врач решила... О, мой братик не спит. Советы мне какие-то шлет. И врач решила, что мне не нужно сильно голодать. Ну, знаете, добавочный суп, 2 супа-пюре в день – это тоже мне... Та еще пирушка прямо, объесться можно. Так. Вашей маме взят не нужен? Нужен? Нужен моей маме взят? Она уже мечтает о взяты. О взяты. Спасибо. Что за очки? Маска. Это очки маска. Не мои. Не мои. Дядьки с карманами, где вы? Братец спрашивает, там тепло? Какое тепло? Тут снега лежат. Это Карелия. Я сейчас ходила, чуть не отморозила себе все, гуляла. Детокс – это очищение организма. Когда чистят, извините за подробности, весь ЖКТ, вот так вот я лучше скажу. И печень, и все такое. Дым идет? Нет, это сердечки. Сердечки.
Спасибо за комплименты моим видео на стихи. Скоро будет еще один. Вот я жду, когда видеограф Ани из Праги смонтирует. Она немножко занята пока. И будет новый стих. Хотела успеть к 14 февраля, но не успели. У меня что-то слезы текут. Сейчас, подождите. О, аккуратненько. Слезы текут. Так трогательно общаемся. Нет, я вообще не на диете. Я не люблю диеты. Я люблю вкусненько кушать. Но я, правда, не ем определенный ряд вещей. Вот, например, сахар я не ем уже больше 2 лет. Ни в каком виде, ни в каких изделиях. Отслеживаю, не ем ничего, что с сахаром. Вот, не ем дрожжи, не ем мясо. Стала есть яйца, хотя тоже не ела 2 года. Вот. Соответственно, но я в рамках вот этой своей собственной этой диеты, правил питания, я ем все, я люблю есть. Вот здесь просто, понимаете, на детоксе, когда тебя чистят весь организм, и когда ты питаешься как обычно, то, к сожалению, чистка немного мучительной становится. Вот. Для того, чтобы хорошенечко прочистить организм, надо ничего не есть. Ну, по минимуму, все жиденькое такое, жиденькое. Ох, сколько мужчин не спят. Я тут про эти задвигаю чистки, а они мне все. Вах-вах. Так. С 40-м, да, тоже по магазинам ходить, конечно, беда, я представляю. Вообще себе тоже сложно что-то найти, наверное. Хотя вот на просторах интернета 40-го очень много. Прям очень много маленьких размеров. Ой. В магазинах не знаю. Так, что быстро-быстро. Спасибо. Я нахожусь в Карелии, в Кивачи. Подождите, слезы так и капают, так и капают. Ой, что не знаю, что такое у меня с глазами. Клиника называется Кивач. Это очень известная клиника. Я в ней уже, ну, мне кажется, раз 5-й или 4-й. Вот. Спасибо. Вот вышла, вот прямой эфир. Мало того, что помогаете мне не спать, так еще комплиментами завалили. Ну вот, надеюсь, теперь я буду спать, и мне приснятся прекрасные сны. Последний раз мне приснилось, что я какую-то себе нереальную квартиру купила в каком-то вообще таком доме, по-моему, которого в реальности не существует. Вот. И что я говорила? Ой, спасибо за комплименты, что один в один. Следующий эфир, конечно, будет жестковатый. Следите за ним. Через одно воскресенье будет. Вот. Там у нас, получается, 2 шестерки в шоу. Не один в один я была в шоу, а... Ну, я поняла, да. Это шоу называется «Главная роль». Вот. Один в один меня еще не приглашали. Видимо, я не певица, поэтому меня не зовут. Вот. А в главной роли... А у нас, получается, пока 2 шестерки соревнуются. И каждый выходной разная шестерка. Вот в следующие выходные будет другая шестерка. Там будет Аня Седокова, будет Родион Газманов, Арина Шарапова, Мария Киселева, еще и Запашный. В общем, а через воскресенье будет опять наша шестерка. И там прямо жюри будет... нас всех расчленять. Вот. Особенно меня. Ну, посмотрите, скажите потом, как вам роль. Правы они или не правы, не знаю. Это же все субъективно. Так. Осталось мне 2 минуточки. Так. Так. А мастер, который делал мне стрижку, Ксения Зумруд, я уже, мне кажется, больше года хожу к ней, и все, что у меня на голове, все ее рук дело. Так и вводите Изумруд, и она выскочит.
Без фильтра так себе. Что делать, если сила воли не работает? Прекратите насиловать силу воли. Вот правда, сила воли не бесконечная, потому что душа наша ненавидит, когда ее заставляют что-то делать. Она любит радоваться, получать удовольствие от жизни. А сила воли – это всегда насилие. Сила и насилие есть один корень. Вот. Поэтому не насилуйте себя. Я, например, отказалась от сахара, не используя силу воли. Это называется сила внушения, когда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Я это делаю ради того, чтобы быть здоровой, прожить много лет и до старости скакать и путешествовать, и скакать, и заводить молодых любовничков. Вот. Собственно, когда ты понимаешь, чем сахар вредит тебе, то отказаться от него несложно. Вот. А сила воли... Короче, сила воли – это вещь, которую я у себя перенапрягла так, что я не могла себя вообще заставить даже чуть-чуть как-то уменьшить рацион свой. А сейчас я все это делаю в кайф, в удовольствие. Вы не представляете, какой кайф, когда ты ищешь себе полезные сладости, когда ты знаешь все магазинчики, все кафешечки, где вкусно и полезно кормят, когда у тебя есть свои ритуальчики. Вот. Друзья, мне пора спать. Сиси я не покажу. Сиси у меня на детоксе. Вот. Закрыто все. В общем, я спать, потому что очень хочется есть. Прям так хочется есть. Конечно, не есть это не очень. Вот, выходи за меня, Анфиса. А вот и выйду. Встречаемся 27 числа у ЗАГСа. Только мне нужно предложение на одно колено и кольцо. Я очень банально устроена в этом плане, как все девочки. Все, друзья, спасибо вам большое за эффект похудения. Конечно, в киваче присутствует, но представляете, на одном отваре несколько дней и чистки всего. Ой, смотрите, развод Собчак, Лопырева. Я тоже, кстати, люблю посплетничать. Но, честно говоря, про развод Собчак ничего не знаю, потому что не особо интересуюсь ее жизнью. Ну, есть люди для меня более интересные, как их личная жизнь. Вот, есть менее интересные. В принципе, я знала, что развод рано или поздно в этой паре будет. Ну, я так устроена, что я заранее все вижу. И в своих отношениях, и в чужих. Вот, но, если честно, даже не успела по этому поводу подумать. Ну, мне кажется, это нормально, что люди с течением времени могут разойтись. Вот, ничего в этом трагичного нет. Вы, наверное, одна ставить на турпродукт в шоу-бизнесе. Ну, не знаю насчет одна, но действительно ничего в себя вкачивать. У меня был один раз опыт, когда мне что-то вкачали в щеки, и это было ужасно. Я смотрела на себя в зеркало и видела только эти щеки. И, ну, это случайно случилось. Врач успел мою бдительность, и как мне вхреначил туда литр гиалурона. Вот, и я 2 месяца выводила лазерами. И, если честно, больше никогда в жизни не пойду повторять этот опыт, потому что все эти обильные инъекции делают людей похожими друг на друга. И это ужасно. Все, я вас целую, люблю. Спасибо огромное, что вы скрасили мне это ожидание. Вот, слушайте, прямой эфир, это даже интересненько. Вот, даже забавненько. Надо почаще выходить. Тем более, такие маски здесь есть. Даже можно с просони выходить. Спасибо, спасибо. Все, целую, пошла спать, а то не высыпаюсь.